Добрый день! Меня зовут Маслова Татьяна, я являюсь руководителем турагентства «География» в городе Березовском. Каждый год мы с моими подругами проводим 8 марта вне дома. И я хочу поделиться с вами советами, как правильно организовать этот праздник с учетом особенностей этого сезона. Первая и самая доступная идея – это посетить наш любимый Сочи. Достаточно поездки на 3-5 дней. Вы можете побаловать себя в отелях «Красная Поляна» или в «Эмеретинской низменности». «Хаят», «Рэдисон», «Мариот», «Арфа» – они предлагают прекрасные цены в межсезонье. А также не забывайте о нашем любимом «Бридж-резорт», который имеет подогреваемый бассейн круглый год. Экономичный «Сочи парк» разместит вас в самом центре олимпийской инфраструктуры. Вторая идея – провести девичник в Турции. И здесь нам доступны два побережья – Стамбул и Анталийское побережье. Стамбул захватит вас водоворот событий, ведь это огромный мегаполис, и я предлагаю его совместить вместе с Каппадокией и полететь на воздушном шаре, и тогда ваш Инстаграм взорвется лайками. Анталийское побережье побалует вас делюкс-отелями, с его спа-центрами и вкусными коктейлями. Занзибар. Это Африка и Акуна Матата вашей большой компании. Море шикарное, аналог Мальдивам. Доступные цены и прекрасные африканские каникулы. И да, здесь не нужен тест на ковид. Арабские Эмираты. Господи, девочки, здесь же рай для шопинга. Куча делюкс-отелей и апартаменты, где можно разместиться большой девичьей компанией. И вечером, попивая чай и кофе, мы можем обсуждать весь шопинг, а также мерить все свои новинки. К тому же в это время на этом побережье начинается сезон. Солнце активное и море теплое. Приглашаю вас в Эмираты. Куба. Вечеринки латинос, музыка и прекрасные яркие краски. В этом году у нас доступно побережье Каякока, но мы ожидаем открытия Вардера с его прекрасной экскурсионной программой. Ну и, конечно, Мальдивы, рай на земле, релакс, тишина и покой в тихой, неспешной компании девчонок. Множество фоток в Инстаграм и спа-процедуры. И да, не забудьте, в этом году есть чартерный рейс на Мальдивы, и 6 марта он вылетает из Москвы. Чтобы вы не выбрали, мы будем рады вам помочь, ведь у нас за плечами организация больших и маленьких компаний на любые праздники.